уровень еще возрос, понимаете? Потому что мы все думали, что будет после того конкурса первого, когда это была сенсация, и никто поверить не мог, что в таком возрасте можно играть. Это уникальное поколение, беспрецедентное поколение. Я всегда об этом говорил. При всем при том, что они живут в другом темпоритме, знают все, что им нужно, где прочитать, куда сходить, что посмотреть, что послушать, какой язык выучить, как освоить компьютерные технологии, как, так сказать, чувство юмора, похожее, кстати говоря, свобода, может быть, они более свободны, может, они в другое время, просто другой темпоритм. Но, тем не менее, мы похожи с ними тем, что мы остаемся нормальными детьми. Well, you know, they are amazing. I was so impressed with the pre-screening because there are so many good ones. And it was very difficult to choose just 15 out of this 100, you know, applicants. Я не позавидовал жюри, я слушал каждого из них. Знаете, что я не вмешиваюсь в процесс отбора и вообще, так сказать, на конкурсе самом здесь, в Москве, тоже. Но, тем не менее, я, так сказать, понял, насколько им тяжело это было делать. После этого конкурса я познакомился со многими замечательными дирижерами и музыкантами: Валерий Гергиев, Кристин Ярви, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков. Сейчас мне предстоят гастроли с Минг Вон Чингом. Well, there was a lot of things happening after Grand Piano. It basically opened my road to different countries, different festivals. Я играл на главных исторических залах мира, таких как Гонцерт-Гебау, Парижская филармония, Ласкала, театр в Италии. I had also different festivals in Germany, Mozart Augsburg Festival, lots of different places such as, I don't know, maybe I had also a chance to play in France, Auvers-sur-Oise. But the mainly the most important thing that happened was to premiere my first piano concerto with the Georgian National Symphony Orchestra. Любой конкурс — это испытание для самого себя, это воспитание выдержки, мастерства, и ты должен оставить все волнения позади и выйти на сцену. Well, if I said that there are no winners, that would be like kind of simple, as I believe that there is always a winner. But the most important thing that is that there can be no losers. There can be a winner, but it's possible not to be any loser. Well, he's my colleague and with everything. He's my friend also, he's a great guy, and I just enjoy making music with him. Такое понятие, как делить сцену, оно не может быть ни плохим, ни хорошим, потому что мы все создаем общую музыку, которая прежде всего направлена к зрителям, к людям, которые пришли на концерт, которые смотрят онлайн-трансляции, и мы все занимаемся одним делом. Thank you.
было бы немножко маловато сказать, что Денис много делает для молодых музыкантов. По-моему, он делает для них как вообще просто никто. Вот. Во всяком случае, таких людей очень мало, кто с таким энтузиазмом относится к этой замечательной теме. Я помню его рассказы о том, как они летали с губернатором Оренбургской области по маленьким городам Оренбуржья, и в эти города они привозили новые инструменты, чтобы ребята могли на них заниматься. Это только один маленький пример. Я знаю, что он это делает во многих местах.